Известная актриса Димит Аздемир привлекла внимание заявлениями, которые она сделала в программе, которую посетила. Вынул это. Тактика свиданий всегда выходит на первый план в романтических комедийных историях, в которых актер принимает участие. Видимый. Главной темой романтических комедийных историй, в которых играет роль Димит Аздемир, является тактика свиданий и каждый этап свиданий. Знаменитый актер Страубери Каукерс «Решетка 309», взволновавший своих поклонников своими романтическими комедийными историями в «Ранней пташке», также привлек большое внимание с помощью Love Tactics на Netflix. Недавно «Между миром и мной» выбрали в качестве второго турецкого сериала Disney+. Димит Аздемир, завершившая съемку зрителей, снова с романтической комедией. Готовится к встрече с ним. В то время как новый сериал актера был очень взволнован, объявление о том, что он выйдет 14 сентября, усилило волнение. Димит Аздемир, которая 26 августа выйдет замуж за Агужана Кача, снова появится на съемках фильма «Любовная тактика 2». Учитывая множество сцен в его дорамах, слова актера о свиданиях также наводили на размышления. В то время как тактика свиданий всегда находится на первом плане в романтических комедийных историях, Димит Аздемир считает, что в реальной жизни они не работают. Актриса заявила, что тактика свиданий не сработала, я не думаю, что ваша тактика сработала. Позвольте мне сказать вам сначала. Мы все перепробовали, мы все испортили. Например, слишком поздно отвечать на сообщения. Меня. Теперь я чувствую, что это пустая трата времени. Думаю, давайте будем честными. Иначе я тоже не буду честен. Если мы все вместе будем честными, это шоу пройдет очень хорошо. При этом участники программы в студии шли прямо к цели, не применяя тактики. Как заявила Димит Аздемир, она заявила, что тактика флирта не очень хорошо работает. Поддержал известного артиста в его высказываниях.